В Казани вынесли первый в России приговор за злоупотребление при проведении капитального ремонта. Гендиректор управляющей компании ЖКХ Приволжского района вместе с заместителем внесли список на обновление 5 зданий. Позднее работы, уже выполненные и оплаченные за счет жильцов, опять внесли в программу. Директор общества с ограниченной ответственностью «Домочадец» оформил фиктивные документы и получил более 3,5 миллионов. По двойному тарифу обошлись еще 4 дома. Правда, подрядчик был другой. Ущерб свыше 2,5 миллионов. Следствие длилось на протяжении 1,5 лет. Была проведена колоссальная работа. Было допрошено 180 человек в качестве свидетелей. Было проведено 14 строительно-технических экспертиз и 9 судебно-бухгалтерских экспертиз. Суд дал фигурантам от года до 2 в колонии общего режима.